Всем привет! Тут вот собираюсь на тренировку. Решил сделать, подремонтировать свои хоккейные шорты. Здесь вот были подтяжки, вот они. Ой, вот, подтяжки крепились вот так вот к этим пуговицам. Одна, вторая. Вот, еще две пуговицы. Тоже две подтяжки крепились. Эти шорты раньше были моего сына. И вот он, ну как, уже лет 5, они больше у меня, 6. Поменялись мы с ним. У меня были, ну как сказать, не такие порванные были. И вот он их ремонтировал. Видите, на завязочку здесь. С этой стороны у него были сзади. Вот одна завязка. А, здесь вот вообще нету, потому что просто так завязано было. Вот так вот. И с задней стороны пуговицы вот эти. Это одна вся изогнута, а одной нету. И к одной все привязывалось. В итоге на последней тренировке они у меня оборвались. И сейчас мне нужно их отремонтировать. Для этого мне нужно сюда вот две пуговицы нормальные пришить. Ну тут типа джинсовых таких, крутящихся, но у меня таких нету. Поэтому я пришью типа армейских такие, знаете, и отремонтировать вот эту вот подтяжку. То есть вот эту подтяжку, видите, она вся измочальная. Сейчас мне надо будет расправить. Потом вот так вот соединить. Так вот. И вот сюда вот тоже через соединительную кожанку прикрепить. Ну, сейчас попытаюсь вот этим я и заняться. Они мои кожанки, беру утюг, сейчас включу его, он у меня, вернее, не у меня, у моей жены, с подогревом, ой, с подогревом, да, с водой, с подогревом. И вот сейчас вот попробую я с водичкой прогладить вот эти вот дермантиновые штучки, посмотрим, что получится. Так. Чем же мне на... А, вот она. Вот она, она. Вот таким стаканчиком сейчас наберу. Набираем воду. О-о-о. Заехала. Зашумела. Набираем воду. О-о-о. Так. Утюг прогрелся. Теперь нам что нужно? Наверное, все-таки надо через что-то. Попробуем через что-то. Через вот эту вот тряпочку. Мало-мало. Видите, выправил. Теперь надо с другой стороны. Как-то вот редко глажу утюгом. Поэтому намочил эту подтяжку. Вот так. Вот так. Вот так. О, поправил ее. Была она вот такая. Вот видите, какая вся замусоленная. В узел связанная. Теперь я ее выправил. Выправил. Теперь надо заняться вот этой. Сейчас также окуну ее в воду. Здесь вот в эту вот штучку. Вот так вот окуну. Пусть она немножко. Вот она. Видите как. Вот она. Сейчас мы ее утюгом попробуем. Так вот на палец намотаю. Чтобы мало-мало.
Выправилась она. Утюгом попробую пройти. Так вот. Так вот. Вот так. Далее. Как я ее поправил. И вот у нас получилось две вот такие очень неплохие штучки. Не знаю, как их. Штучки-дрючки. Вот теперь нужно вот в этом месте их вот так соединить. А вот здесь вот, это места, куда будут продеваться пуговицы. Вот видите? Теперь нам надо поперечину вот такую кожанку. Сейчас посмотрим, еще сделаем. Вот, видите, с магазина, как они шли. Вот эта вот штука, вот эта вот, она тоже кожаная. Вот так вот здесь ходит. Ну, вот точно такую же кожаную. Она не кожаная, кожзам. Сейчас, конечно, попытаюсь поискать, но у меня вот идея сделать вот из такого пластика. Вот так же его засунуть. Вот так вот сюда. Сюда вот так же засунуть. Вот тогда вот я думаю, если пластик будет тереться, то есть сломается вот эта скоба, совсем сломается. А мне бы это нежелательно. Пойду поищу кожанку. В итоге искал я, нашел старую трубку велосипедную. Еще от советского велосипеда. Старт-шоссе Харьковского велозавода. Вот, и буду из нее делать вот такую вот штучку. Сейчас покажу. Вот такую вот штучку. Вот такую, чтобы вот эти две, как сказать, цепляющиеся за пуговицы проушины или петли, такие удлиненные, вот видите, они удлиненные, чтобы они вот это вот, здесь вот они будут цепляться за пуговицы, а вот здесь они будут цепляться за саму подтяжку через вот такой вот квадратный переходник. То есть вот он будет. Так, так, так. Вот он, переходник. Вот. Вот этот целый остался. Вот здесь ничего не осталось. Те штучки, две вот эти вот петли я прогладил. Теперь мне их нужно присоединить сюда при помощи вот этой вот камеры. Сейчас я буду это делать. Отрезаю кусок камеры. Камера у меня уже была разрезана. Я как-то пытался ей клеить колеса велосипедные. У меня там на канале есть. Вот. Теперь мне надо ширину вот эту ширину четко отмерить по самой подтяжке. Посмотрим, подойдет она. Ну, прекрасно, прекрасно подходит. Структура ткани очень плотная, поэтому я думаю, что этот материал подойдет велосипедной трубки. Вот я карандашом мечу. Хотел сначала ручкой, а потом думаю, карандашом пойдет. Даже еще лучше. Вот так вот. Карандашом помечаю. Вот видите, две полоски вот эти. Один, два. И сейчас еще третью. Это чтобы мне ровно отрезать. Это чтобы мне ровно отрезать. Начинаем резать. То есть она как бы прорезиненная ткань такая. Она и мягкая достаточно. Видите, я могу ее сворачивать. И одновременно она такая плотная, хорошая ткань. Сейчас я ее попытаюсь здесь вот так вот, без всяких замеров. Оп. Обрезать. Лучше, конечно, было начертить. Некогда. Вот она такая штучка получилась. Здесь вот сейчас я пробью отверстие. И в это отверстие я решил вот так вот. При помощи вот такой вот заклепки. Вот так вот. Заклепать ее. И вставить туда вот эти вот
которую я выгладил проушины. То есть я вот так вот вставлю, вот так вот. Так, одну вставлю, вторую. Здесь просверлю отверстие в этом месте и заклепаю заклепкой. И чтобы они вот так вот, хотя, наверное, можно было бы и так оставить, но чтобы они все-таки ходили, я решил, подобрал вот такую гаечку. Сейчас края сточу, туда вовнутрь вкладу, а здесь вот заклепаю. Ну, короче говоря, увидите сейчас. Примеряем. Значит, попробую сначала резинкой вовнутрь, самой шины протектором. Так вот, вовнутрь. Ну, здесь вот, видите, торчит все. Это мне не очень нравится. Теперь резинкой наружу. Во! Во, все вот так вот прилегло. И осталось только поставить на место вот эти вот проушины. Сейчас мы это сделаем. Точил я напильничком. Видите, как классно получается. Сейчас пойдем делать шорты. Поковырялся я у жены здесь в пуговицах. Во. И нашел вот такие три пуговицы. Мне надо всего две. Это специально вот на такой ножке, чтобы туда можно было одеть эту вот подтяжку. Вот видите, а пришить я их должен одну вот сюда, а может даже не пришивать, оставить ее старую, она вроде неплохая, хотя бы одну пуговицу вот сюда пришить, и потом вот так вот, сейчас покажу, так вот зацепить две подтяжки. Одну сюда, то есть вот в это место, а одну здесь, где будет пуговица. Сейчас я этим и займусь. Попробую шить. Пришил пуговицу, не нравится, конечно, но просто времени нет. Все-таки надо делать, чтобы она как джинсовая была. Надо купить такую пуговицу или из болта из какого-то сделать. Сейчас просто эти нитки полю. Ну вот, теперь буду пытаться свою конструкцию
поставить на место. Вот она, которая была сделана. Ставлю на старый. На старую пуговицу, на одну, которая убитая, не знаю, что с ней делали, грызли ее или что делали. И на новую. Так. Вот так вот получилось. Вот. Видите? Вот так вот. Ну и вперед еще то же самое делаем. Тик-тик-тик. Здесь по колхозному осталось. У меня задачи сегодня не было ее сделать по-нормальному. Так. С этой стороны. Ну все, штаны. Шорты хоккейные к употреблению готовы. Все на месте. Вот сами видите. Все на месте. Теперь спадываться меня не будет. В следующий раз, если буду делать вот эти вот штуки новые, обязательно сниму. А вот здесь вот мне нравится. А, вот здесь еще надо прошить. Ну, сейчас сделаю. Видите, у меня как это перед штанов, а вот зад, который я делал. И вот он зад, вот так вот через зеркало снимаю. Вот он. Ну, я считаю, нормально пойдет. Должно хватить на некоторое время. Все, всем пока. Шейте шорты, не выбрасывайте старое ничего. Старое оно еще пригодится. Не тратьте деньги. Хоккей – дорогой вид спорта. Всем пока!